Бокс молодых начинающих спортсменов отличается от бокса взрослого. Он немного неуверенный, удар местами не такой точный и техничный. Зато это самый честный бокс. Дети не сдаются и играют только по правилам. На прошлой неделе в Иванове в течение нескольких дней проходил турнир памяти заслуженного тренера Рудольфа Алферова. Очень много перспективных маленьких ребяток, которые, значит, самое главное, чтобы они где-то что-то не творили на улице, где-то, а приходили в наш спортивный зал и занимались. Я не знаю, как будет отличаться это здоровьем, но самое главное, они будут заняты. В рамках турнира состоялось первенство Ивановской области по боксу. Самое пристальное внимание к юношам 2000-2001 года рождения. Все победители этой возрастной категории войдут в состав сборной региона, который отправится на первенство России. Никита занимается боксом всего полгода. Финальный бой выдался сложным, но мальчик справился. Мне помог тренер, который, ну, я чувствовал, что он меня поддерживает. Он мне кричал, и вот. Ну и, конечно, своя уверенность. Ну, чтобы не опозориться перед родными. Даниил приехал на первенство из Шуи. Его весовая категория 76 килограммов. Юный боксер признается, о победе думал с самого утра. И правильный настрой его не подвел. С соперником я знаком не был. Но хоть я сегодня победил, то он выступил достойно. В числе победителей первенства кенишемские, шуйские и ивановские спортсмены. Так или иначе, боксом занимаются во всех уголках губернии. А это значит, что памятные турниры Рудольфа Алферова и Федора Климова будут существовать в Ивановской области еще много лет. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.